вовсе не ругательство, а скорее стиль жизни, как признаются сами автовладельцы. 20 июля известная марка празднует свой юбилей. Мы решили вспомнить о самых известных моделях BMW за все время существования концерна. Открывают наш топ исторически первые модели BMW 303 и 328. Последняя, кстати, стала первым спорткаром марки. Следующая модель знакома многим по кинофильму «Жмурки». Этот бандитский автомобиль просто не мог не попасть в ряды культовых. Перед нами автомобиль BMW в кузове E34, 95 года выпуска. Автомобиль в своем роде легендарный. В 90-е годы ездили, как правило, либо чиновники, либо бандиты на них. Отличается отличной динамикой, хорошей управляемостью. Это та машина, которая выбирается не холодной головой, то есть это машина для души. В список самых известных моделей баварского концерна попадают сразу несколько гоночных автоэкземпляров. BMW подразделение M, то есть которые изготавливались для спорта, скажем так. То есть если говорить конкретно, то это BMW E30, которая выпускалась в 80-е годы. Тоже очень легендарный автомобиль, очень много собрал призов на различных соревнованиях и до сих пор он ценится. В нашей стране популярностью пользуются и другие модели, к примеру, E39. Наверное, каждый помнит тот самый рекламный ролик, где режиссером выступил Гай Ричи, а в съемках приняла участие Мадонна. Эта машина шла тиражом небольшим. Здесь шли двигателя очень хорошие, которые придумали еще в те времена, то есть по той технологии. И она из металла вся. Эти автомобили очень надежные. Надежные тем, что они делались для того, чтобы люди ездили на этих машинах 10-12 лет. Не так, как сейчас делаются машины на 4-3 года. Эта машина очень эргономичная, очень комфортная. Визитной карточкой марки стали знаменитые фары «Ангельские глазки» и характерные ноздри в передней части автомобиля. Впрочем, владельцы ценят BMW не только за внешний вид. Это моя, наверное, по числу, наверное, 14-15 BMW. Я езжу только на BMW, это с ранних лет, наверное, с 11 класса еще. Вот. И на другую машину я сажусь. Конечно, я пробовал машины другие, но они мне не доставляют такого эстетического и такого морального удовольствия. Вот так с ветерком мы прокатились на некоторых легендарных моделях марки. Многое осталось за кадром. Это ли не повод изучить историю любимого автомобиля?